Здравствуйте всем, кому это интересно. Представляю вашему вниманию новый формикарий. Называется «Раненый дракон». По задумке дракон должен был быть ранен копьем, но получилось, что в него попала скорее баллистическая ракета. Ну, во всяком случае, получился он очень тоненький, примерно сантиметр толщиной. Узенький такой формикарий картинка. Его можно даже положить, потому что он довольно-таки скромненький. С другой стороны, я его не красил. Здесь тоже сделал 15 на 15. Такой мини-релаксариум. Посмотрим, как они пойдут. И заселен, как вы думаете, кем? Догадайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.